Нарушил закон трижды. Прокуратура города Владимира завершила проверку по факту несанкционированного складирования медицинских отходов. Напомню, 16 мая на улице Большой Нижегородской произошел пожар. В складском помещении прибывшие на место пожарные обнаружили забитые медицинскими отходами помещение. Все 23 человека, занятые на тушении, были отправлены на карантин. После этого прокуратура начала проверку по факту нелегального склада медотходов. Было установлено, что арендовал склад индивидуальный предприниматель. Без согласования с собственником помещения он незаконно приспособил его для временного складирования медотходов. Их вывоз предприниматель осуществлял на основании договоров, заключенных с учреждениями здравоохранения. На склад их вывозили с целью недопущения распространения инфекционных и иных заболеваний, в том числе COVID-19. Складирование производилось с нарушением норм санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем прокуратурой города Владимира предпринимателю внесено представление с требованием о безотлагательном устранении нарушений и утилизации данных отходов. В настоящее время большее количество медицинских отходов уже утилизировано, а в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту несанкционированного складирования медотходов. Кроме того, были выявлены нарушения земельного законодательства. Установлено, что предприниматель использовал земельный участок не по назначению. Также на складе выявлены нарушения пожарной безопасности. В связи с этим предприниматель привлечен к административной ответственности. Все дела в данный момент находятся на рассмотрении.